Всем доброе утро! Сегодня у нас лесной походик. Прекрасная погода. И мы вот стоим, смотрим на поле, а на нем десятки дроздов. И слышите, кря-кря. О, кря-кря. Это дрозды. Прилетели уже теперь все, основная масса. Как мы и говорили, что 15 числа они прилетают. И пасутся сейчас. Сегодня днем обещают, самый пик будет даже 11 градусов. Но пока что с утра было плюс 1. Пахнет весной. А мы отправляемся вон в тот лес. И вот они, дроздики, скачут по полю. Вот здесь только недавно сошел снег, еще мокренько. Не обсохла трава, потому что здесь теневая сторона. Вот они, дроздики. Прыгают. Веселые, хорошие птицы, дрозды. Когда прилетают дрозды, это уже все, весна пришла. Сегодня нет ветра, хорошая погода. Мы поехали прогуляться в лесочек. И нужно нам насобирать подснежников на настоечку. С утра их сейчас прошли очень много, но они еще немножко закрытые. Вот. Поехали вот в этот лесок. Сегодня погода хорошая. Не шелохнется ни одно деревце. Немножко прохладно еще с утра. Там вот сколько тоже вижу подснежников у леса. Вот он еще снежок тает. Лужа снежная. А в лесу, смотрите, лужи еще не растаяли. На почве-то еще холодно, да? Тут вон тоже. Мы продвигаемся дальше. Тоже это пикает. Сегодня мы здесь можем идти. В тот раз все, здесь уже береза такая мощная. Кто-то надрезы делал. Сок, видимо, брали когда-то. Сейчас, кстати, сок-то хороший. О, на меня даже. Кто? Капнул сок. А, сок на маму капает. О, это, вот, а это не это... снег? Да, сверху капало. А, это вот сверху капает. С дерева. А, я вижу тоже. Ой, прямо капает. На самом деле, вот с этой березы. Вот вам даже видно, наверное. А почему так сильно капает? По ней течет. По ней даже течет, ага. Вот, смотрите, видите, да? Сок берет, как дождик. Слушай, такое сокодвижение мощное. Мы сейчас бы могли с тобой, если поставить, пока ходим, набралось бы быстро. Вон что, как дождик. Слышите, щелкает там листики. Вон, то сюда, то сюда. Вон капает, видите? Ничего себе, вот это сокодвижение. Сейчас тепло, самое то, апрель, и по стволу течет березовый сок. Угу. Вот здесь-то я тогда. А, там вообще вон что какие колеи-то. Ладно, ты за мной не пошла в тот раз. Здесь так холодно, снег. Вот она, петляет дорога. А я-то здесь тогда. Так я вообще могла тут потонуть. По этим колеям. Ти-ти.
Столько уже сегодня увидели птиц. Щеглов увидели, дроздов, зябликов. Вот подснежников много, но они еще утром не очень раскрылись, потом побольше раскроются. И здесь все подснежнички. Смотрите, вот такая старая липа. Низко у нее все эти листья будут. И здесь под ней все подснежники. Ой, смотрите, хохлатки. Хохлатки уже. Вот мы пришли на такие поля. Леса. А вот там тоже прогалина. Туда, видимо, наш лес идет. Тоже дорожка. Мы пока вот, вот такая погода. Все это разучиваем. Новые. И много очень вот спиленных пихт плохих. Одну покажу. Видимо, чистили лес. Эти короедные это убирают. Вот эти опять свежие. Тут все выворотни. Был, видимо, ураган. Один упавший. Вот еще выворотень. Там упавшие. Все такое место со старыми, плохими. Вот. А это, я не знаю, малина, что ли? Малинник тут. Ома, а это малинник ведь, да? На лето нам надо разведать. О, значит, за малиной еще один малинник нашли. Ура! Пойдем летом сюда за малиной. Большой, смотрите. Ну, пока кажется, что это просто ветки. Потом это будет нормально летом. Так, ладно, идем дальше. Вот старая тут обозначена дорога. Сейчас нам ее видно, а потом... Сейчас уже идем наугад. Там вижу еще одно поле новое. Вон там. Посмотрели по карте, где мы находимся. Там, кстати, еще огромное полянище, смотрите. Вот, и идем под горку. Под горку идти приятно. Тут вот еще снег. Сейчас мы вон на ту поляну пойдем вниз. По карте посмотрели, там еще 2-3 поляны и трасса. Продолжаем наш путь. И вот там вижу вообще огромное полянище будет. А вот вижу какой-то береза старая. Может, на ней нам посидеть? Тут как раз вон старая пихта, мы ее пожгем. Потом дальше пойдем. Сегодня мы решили идти до победы, до победного конца. Вот какие березки тут. Вот здесь, наверное. Если она не сильно гнилая, сейчас я ее потрогаю. Под ногами подснежники. Она уже очень гнилая, конечно. Неудобная, а? Пошли в другое место. О, какое поле огромное. Слушай, так его, наверное, раньше это возделывали. Вот оно почему такое большое. А мы просто сюда никогда в жизни не ходили. Смотрите, оно огромное просто. Как это мы раньше сюда никогда не ходили, да? Новые места, может быть, немножко как-то страшно разведывать. В общем, мы сейчас вот, вон она, дорога-то, остатки от нее. Мы по карте сейчас опять сверились. Есть тоненькая нитка дороги, так сказать. И вот она дорога-то. А, и вон там прогалина, вот туда и пойдем. Потому что сейчас закончится вот это поле, там еще два поля будет, ну, меньше. Вот, типа дороги. Угу. Вот она, смотрите. Так. И то ли сюда, то ли туда. Все еще местами снег. Спрашивали про пистики. Пистиков еще, естественно, нету. Еще рано. Ну, может, где-то там у кого-то. У нас нету. Вон там, по-моему, есть седла нормальные. Фу, у нас крепчайшие опять. Сегодня 18 апреля. Вот туда пойдем, там посидим.
Пошли там хорошие. Сегодня 18 апреля. Вот. Здесь есть нормальные сидушки. Вон там сядем, там хорошие. А вон пихта жечь. Здесь и солнце не мешает. Много поваленных жечь хорошо. А то пошли сначала вон туда, на солнце, в тот лес, в ту сторону. Там чистый он очень, жечь нечего. Вот эта елка, так вообще вон 10 костров, 20 можно сделать. Ничего, мы нынче лес изучили-то. О, это береза нормальная, на ней посидим. Не береза, а осина. Вот будем на этой осине. О, сломались, нифига себе. О, смотрите, какая крепкая. Еще не сгнила, ничего. Вот здесь посидим. И тут есть много материала на костер. Мы сделаем небольшой совсем. Нам в тот раз написали, что мы ушли, там бросили. Лес сожгли весь. Мы ходим всю жизнь. Все нормально с кострами, не переживайте. О, вон какая пихта, жечь можно тоже. Нормальное место, ага, ведь? Вообще высоко, хорошо, ноги свесить можно нормально. Что у нас сегодня из еды? Из еды у нас сегодня яйца вареные, хлеб и колбаски пожарим. На костре небольшие, маленькие мелкие колбаски. Так, мама шампуры делает. Надо ножик заострить. Смотрите, эта колбаса, она идет такой лентой длинной. Я вот думаю, можешь мне ее намотать вот так просто. Вот так вот намотали. Сейчас уже будем жечь. Так. Вот такое у меня примерно с одной спички без бумаги зажгла. Ну, сейчас сухо, потому что. И тут с полу собираю все, что под рукой. Мелочь. Сжечь. Так. На растопку пихта хорошо у меня идет. Ну, сегодня не так горит, нормально все. Вот тут с дерева падает. И я туда швыряю. Она дымит, но дает кратковременный хороший эффект. Видите, ее всю надо безжалостно сжечь. Тоже вся она. Ой, все погибает. Она. И тут всякие палочки. И хватит, больше не буду искать. Ну все, сейчас оно немножко это. Так, мама что-то уже свою ест. Я пока свою скраю. Сейчас вот сюда. О. Мы больше и не будем добавлять. Ой, у меня там не горит. Колбаса, во. Сейчас туда можем все сосиски класть. Уже хорошие угли. Во. Вот нам хватило чуть-чуть. Чай остывает. Опять дым на меня. Вот эти колбаски нормальные оказались. Угу. Так, еще сосисочки. Вкусные, хорошие. Яйцо всмятку получилось. Сидим нормально так. Сейчас закончим жарить и просто посидим. Нормально зажарилось? Угу. Вот там вот снегири. О. Близко. Вокруг нас птицы.
И дрозды скачут, и дрозд. Они как курицы клокчут. К нам прилетели уже трясогузки, дрозды. Ой, как много тут снегирей-то. Зяблики прилетели. Вот, а дрозды-то они не раньше 16-15 апреля прилетают. Тогда уже нет снега. Все, вот наше хорошее, удобное дерево. Здесь прямо можно лечь даже, полежать. Широкое такое. Пошли мы дальше. Поели, попили, посмотрели. Да, выходим. Посидишь, когда так вообще неохота вставать. Теперь мы идем дальше в Робинзоне. Новые места разведывать. Вот тут смотрю, вот дорога. Но это не та, которую нам надо. А нам надо вот куда-то туда, на середину. А, так вот она, вот пойдем по той. Так, не подскользнись. Мост очень крепкий и скользкий. Мы одеты так же тепло, как и ходили. В теплых сапогах. И все то же самое. Потому что жары-то нету вообще-то никакой. Во. Солнце яркое ушло. Это даже лучше. Вот куда-то туда она идет, дорога. Пойдем искать ее. Смотри, я говорю, какие тут хорошие деревца по кругу, да? Мне нравится. Я деревенская, так мне что деревца, что. Смотри, это же вот все там березки, осинки. То березка, то осинка. Вот мы идем сзади оттуда. Вот оно поле. И вот она видна дорога теперь. Мы прошли и увидим. О, это кто сидит? Сойка. Короче, вот она. А, вот-вот. Вот смотрите, в центре кадра сойка, но ее плохо видно. Вот-вот шевелится. Большая такая она, как... Я думала, белка. Ой, трясу, конечно, руки трясутся. Вот, поменьше ее сделаю. Сойка. Она зимующая птица. Ага. Сойки не улетают. Вот она, соечка. Сначала думала белка, потом думаю снегирь. Потом смотрю, хвост длинный. Где она? А, вот. Вот в центре, видите, хвост торчит и грудка. Шевелит головой вот. Сойка. Сойка, смешной голос у нее. Она может передразнивать, как сорока. Вот она, соечка. О, чистится, какая хохлится.